на эту войну, это не ваша война, и это вообще не война. Командование бросает. Мы военнослужащие 9-го полка, бросили, нас просто бросили на убой. Трое суток не ели, не пили, жили как в окопах, в мокрах. Никакой информации, телефоны, все связь с семьей вообще отсутствует. Ничего нельзя сказать. Парни делают, свои же отстреляли. Ничего. Свои же по своим стреляют. Обстреливают. Сидели трое суток, блядь, по нам шмаляли. Свои. Связи никакой. Пока ехали, Людмила, Агула, отдела. Мы это говорим как есть. Без вранья, именно глазами, которыми мы увидели здесь, а не которые на уши суд там угрожают. Которые даже месяца нету, что мобилизовал. Уже вот, да, куда-то отправили, непонятно куда. На передовую. Да, на передовую, пацаны, не полторы тысячи, как вам говорят, то, что приедете и будете в Белгороде. Все пиздец. Место учебы. Кидают сразу на передок. Как фарш, и просто как мясо. А люди здесь относятся совсем по-другому, блин, все кормят, поют, одевают без всяких инцидентов, и относятся в два раза лучше, чем наша команда. Командование в первую очередь покидает корабль. Да. Убежали самые первые. Начался обстрел, они убежали самые первые. Ни связи, ничего. Бросили связи, ничего не сказали. Какого? Куда-то в окно.